Ульяновские спортивные туристы завоевали бронзовые медали на Туриаде 2022. Девятый по счету слет проходил на горнолыжном курорте Хвалынский в Саратовской области. В течение 4 дней 700 участников соревновались на велосипедных, водных и пешеходных дистанциях. А также в конкурсе туристических маршрутов сборная команда Ульяновской области завоевала бронзовую медаль в направлении «Пешеходный маршрут». Поход третьей категории сложности проходил по Кольскому полуострову. За 12 дней ульяновцы прошли более 160 километров. Преодолели 7 перевалов, одну вершину, более 13 переправ через горные реки. Награды победителям вручил заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцов. С видеоприветствием к участникам обратился полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Главный результат этих соревнований – популяризация туризма, истории родного края, ваша дружба, которая сохранится на долгие годы. И, конечно, ваша любовь к малой родине и к нашей большой России. В соревнованиях по познавательному туризму в видеоконкурсе «Люблю тебя, Приволжье» команда Ульяновской области заняла 4-е место. В конкурсе презентации регионов ПФО представители делегации 6-й.